400 баф. Инту? Или этот, или чё? 300 баф. Инту у нас будет бафать с фус. Ну, стамину, в смысле. Или дух. Стамину. Окей. Погнали. Да? Поклонский пробафает щит, когда придет Пеппер. Без РК. Смысла говорить не вижу, что он бафает. Дается каска. Кто сможет каску дать? Паладины, кто еще не бафает? Рейд плюсик поставьте. Бафай каски тогда. Боковой три штуки, не сажайте после левой славы, чем правой. Слеслав, ты тут? У тебя протом паладин тут есть? Ты так, может, ты потанчишь, а? И во тьме подамажит кем-то. Я бы хотел, чтобы он спекнул. А у тебя что-то в паладине, камни на инту или на РПБ? Просто с Виталиком поспорили, он сказал на инту, а я, ну, он сказал на РПБ, и я на инту. На НПП. Как в этом, да? Как в КВН, а как твоя фамилия? Ну, мне не то, чтобы мне так чисто поржать, да? Славик, спекни с протопалом, нам интересно. Пожалуйста. Поржать. Тар умирает. Это из-за этого вы просите спекнуться, да? Что такое происходит? Ну да, у нас слишком мало танков. Но мы же вайпнулись, потому что ты не спекнулся. Это все на твоей совести. Только подошел, я не знаю, вы вроде вайпали. Но нам кажется просто, хотите, что ты, да, можешь, да, думать наперед и как бы спекнуться сразу. А почему никто не танчит, мне интересно? Далик, замени меня, пожалуйста, не дайте срочно. Спасибо. Это ты предчувствовал, да? Большой заказ. Угу. Сколько берут сразу? Литров 30 литров заказали. Поменяй меня, пожалуйста, мне тоже надо помочь, там 30, блядь, продают. Блин, я бы не собирал тогда рейд, если бы так сказали. Нужно найти игру теперь. Ладно, есть такой вариант. Клонский. Вот. Да. Давайте так. Да, блять, ну умрите, пожалуйста, ну вот. Ну к чему этот цирк вообще? Я третий раз уже лечу. Просто целка было. Сейчас раз добьете и пойдет. Да время уже дохуя. Это называется время рано. Заходить? Вера. Конечно. А можно мамонта поставить, если есть такое? Конечно. А, все. Сейчас я бегу, бегу, бегу. Спасибо большое. Пытка номер 5. А чё, Даня ещё играет или нет? Не, он с того раза, как это бомбанули, не заходил уже месяца. В 45-м, что ли? Не, в 18-м.
стал забирать. Как ты его бомбанул? Ну, просто рейд неудачный был, все слакали. ПРС. Он потом сказал еще, блядь. Мне потом начал... Нихера, он блядь сказал? Он потом исчез. До сих пор не заходил. Не, мне интересно, получил он там гражданство, нет? Нормально у него все или... Можно написать беседки, он приедет. Как там, ну я когда захожу в контакт, там 3500 сообщений непрочитанных, и ну, даже заходить туда пару. Да, но... Он, мы тут общались за зов какой-то в ЦЛК, в этой беседке, и он сразу ответил про него. Очень странно. Штирлиц, да? Как посёк все равно. А Рома заходит еще или нет? Трэд даже. А Трис сидит. Он всегда не ходит в рейды на офис, потому что говорит рейды на циркуле. Что-то я его не наблюдаю. Вчера ходил с нами в раз. Не переживай, еще годик-два сервера закроют. Ну приходите на РФ тогда на офф, в Джарду. Ну как вряд ли. Такой контингент, что 500 рублей тратить на офф. Ну, 220 гривен получается в месяц. Я лучше ник поменяю здесь. На какой? Voidbog? Void Топырелла. Резидентов ты играешь на офис? Я думаю, да, раз он слушает музыку не в медиаплеере, а где-то в другом месте. Медиаплеере. Слышишь, ты в не играешь, а сейчас что ты взять в РС. Есть кто-то в РС целый? Хватит надо дать. На ЦВРК-29. Так, с лошата никто не пишет. В том-то и дело там. Один человек до сих пор ищет слот на леща 25 гери. Уже в день не чат. Ты ищет. Все больше в чат не... Суббота просто. Мало онлайна. Поздно. Знаешь, уже. Рыбку жри. О, это хорошая инфа. А что там я читал в какой-то... А, в группе. Гильдия какая-то там пришла, типа рофлится. И самое смешное, я без понятия, кто вообще это такие. Они просто с Альянса сюда пришли. И написали пару сообщений, что накажут, короче, кнутов, дарк. И... Понятно. Какие-то трайбы там с Альянса. Ладно, давайте пока пекнем на баф. Ну, можно, да, можно и так сделать. А пока надо крылья прожимать? Говорят, 25 гектаров.
Когда на второй фазе босс выходит, когда ты его ловишь, когда мы с тьмы типа выходим, вот там ты крылья даешь, чтобы агро набрать. А, нет, это же Гера. Не, не надо. Ну, если протопал МТ-шит Халиона, то да, но у нас он не МТ. Можно прожимать перед трэшем, если ты точно знаешь, что тебя захилят, и нам будет срезку. Это чел, который сейчас хилил нам Ирдру и танчил с вчера. О, сейчас фура будет через 2 минуты. Или мы так неплохо вырываются что-то? Не всегда вырывались. Ты что-то не сделали, что ли? Таких никогда не было в рекаунте. Потому что ими никто не играл. Если кто-то играл, то они плохо играли. Но эти люди не могут. Так. Акма, давай, так начинай. Босса, Дмитриус, первый копий, второй Войд. Ага, только начинает двух мобов гамбить. Что-то подумал, что зрительно пробить. Ну пошли мобов побьем. Ну, Славик, лучше не думай, зачем ты так на ночь. А вот это хотел сказать. Во, где так трэш откидывать под большого голема? А потом еще там в городе. Не, или там маг блинкуется. Нет, Алем откидывает трэш большому голему, и маг его морозит. Еще круче могу сказать. ВДК фрост там, на боссе которого, и он дает эту заморозку ДКшную, нахуй все в глыбу превращаются. Хотя там забивается, да, маг. Так коложишь и кида. Ах, найс. А лучше еще войск. Да, вот так, правильно. Вот так вот. Так, а кто из вас два не кидает? Просвещенный резидентес, да? Я не кидаю. Просвещенный. Кто-то договаривался там? Нема, нет. Ладно, чек. Митриус готов. Все, Акма, иди гуляй босса. Митриус первую копию, Войд вторую. Цирк приехал. Вторую копию и Сакру отпал. Вы на приколе? А что? Неосторожно как-то. И так сойдет, да? О, какой большой. Создать. Да, разведите их на мели вырывать. Так ты магну еще поставил, наверное, да?
Шама. Шама, отойди. Нитриус умирает. Забирайте босса, кто-то из танков. Ну вот он отошел уже. Вот, ну молодец, среагировал. Так, а кто у нас сегодня первый раз танчил? Кризи, Филакс и... Ваня. Здесь произошли страшные события. Ибелин. Средилище считалось неприступным. Ну а где, блядь, пожалуйста? В смысле, ну что это за праздник? Такому, что... Черные драконы явились из ниоткуда. И сегодня раз, два, спять обходили, тряхвали пава. Прикольно было. Были неравные. Танки вообще не падали. Мои братья гибли один. Это только Светлана. Танки не падали в 25 обычки? Да. Прикольно. Ну, на болтаре. Редкость. Редкость, кстати, на. Жестокостью. Но целью врага мне понравился. Была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Зарин. Но боюсь... Тут замешан. Каску раздайте по Элему. Держите здесь. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Сколько атакующих способностей у протопала? Три. Четыре. Пять. Давай посчитаем. Молот. Щит. Пять. Молот, щит, тарелка, и... лужа. Ну вот я ее считал. Таунт. А. Не, и ну и правосудие. Экзорцизм, да-да. Экзорцизм. Джага еще не, пять. Экзорцизм, просто, ну пять получается, да. И что из них в приоритете на маленьких гремах? А ты пульни щит мстителя на генерала и посмотрим, давай. Погнали. В той резке что упала? Тебе надо было в резке. Да вообще просто спрашиваю. У меня обычно чешка, но. Чешка падала. Милишная. На самое. Подруха. Как багруха, кто-то забрал как багруху ее. Поехали. Уху Вася забрал. Ну так, да, я сейчас. Че? Угу. Куку Вася. Говорит, что куку Вася, да. Я знал бы, кто это такой. Я бы тоже есть. Ты разве хардкором не ходил? Ну, ты не ходил, ты ходил с друидом. У меня там мало шмоток, так, я этим с ЕП пойду на хардкора. А с Фруни ты на кого ЕП получил? На хардкора же, да? С Фруни я вообще ЕП не получил, я шел как учат. Получал ты вчера ЕП на хардкора. А, да. Серьезно что ли? Ну да. Старайся. Бля. Да я. У меня, короче, пиздец путаница, спасибо, что напомнили. Старайся не просто... пиздеть, они хотели сказать. Просто нет. Не всегда будет. Смотрите, так, стоп. Рыбку. Я знаю, но я как. Я же этот, всегда же как. Олчат хожу вот этими персонажами, и от ЕП я ЕП с них не получаю никогда. Может кто-то дать фласку на танк? Посмотрите еще раз историю. А хотя не, у меня нет. Спасибо. У меня на хардкоре этот RSK 25 оп ЕП есть за эту неделю, но с, не с Геры. В общем, у тебя все в порядке. А, окей. Ставьте шкаф.
ты ослепленный, ты кидаешь первую длань свободу. Резиденты вторую. Во тьме хилит негатив, кохотик. Арпис, святой длинноухий Пеппер. Че там, присумуете меня, может? Да. Акма танчит света, хилит его Пеппер. Длинноухий. Дмитриус танчит тьму. Вот. Четвертая партия, остаемся добивать големов. Да нет, тут связка просто прикольная. Тыкните на сумму. Не, ну кто хочет поэрелить первый трай вместо меня, если вы заэрелите, то будет 4 кп. Ну, да. Если вы не заэрелите, то вайп не считается, потом я буду эрелить. Кто хочет? Войк. Виталик. Я не знаю, что нажимать. Я спокойно по этому подамажу просто. Кто не хочет? Хотя бы для вида. А. Пеппер. Дайте повару. Все повару. Давайте повару краску при стабах лапу. Так, все готовы. Дмитриус, начинай. Ого, 6 минут у кого-то крик. Кто големов танчит? Ты напрашивай на семетку, големов Акма. Диспел. Хилы диспельте, хилы диспельте. Диспел, блядь. Выбежали, метеор, через хвост возвращайся. А, диспел забыл сказать. Ну давай, Виталик, ты третью фазу подиспелишь. Вышли с огня. Лизгни тотема на семетку, хилы первую фазу диспелим. Во тьме диспелит Апис. Диспел. Ку-ку. Давайте тут больше дамаги Евхалиона. Нас уже отрезало. Апис метка. Так, отошли от босса, от фрейма, отошли, метеор побежали. Квадратик. Деморализующие кричат, молодцы. Давно никто не пришел. Ну это там, выноси метку. Спасибо. Вообще работает, кстати. Сложно проверить просто. Кто? Так, Дмитриус, заходи во тьму. Деморализующий крик. Четвертая пати, остаемся. На всякий случай кричу всегда. Я еще расколочек стакую. Ну да. Это вообще привод. Виталик. Через рыв. Виталик, через рыв. Бомбочка метка. Демон забыл зайти во тьму. Не заходи, сейчас лезвие. Ну все. Сметка. Заходите во тьму. Сейчас будет метка одновременно с лезвием. Еще, наверное, тебе. Так, по иннерам. Сержик, иннер, негативки, бомбочка, негативки, хотик, метку выноси. Пелим его. Не вижу длани на хотике. Кто-то забыл дать я длань. Я нормально все. Не надо кидать, не истерию.
Проценты. Проценты уже пошли. Идем метку. Почистили метка. Спел меня. Спел. Одинокий давай рост. Пусть сэкономил бы ману. Да я забыл, что у нас есть люди еще. Будет рост. Будет метка, это Ликун метка. Побежали, метеор, свету. Негативка во тьме, давай рост. РДД, смотрим за лужами и переключаемся большого голема. Вот форс метка. Возле кружочка морозим трэш. Так, стопаем по халену, свету, бьем только трэш. Так, мы 18% хп. Возьми тотема, нанеси метку. Виталик, квадратик. Джерри, отойди. Диспельте, Виталик, диспель. Возьми тотема, отойдите в квадратик. Побежали, метеор. Вот. Так, стопаем свету по халиону. Слишком много дамаги в свету. Линухи, нанеси метку, атмах, прожмись. Негативка, метка. Во тьме танк тоже прожмись. Играем только в трэш. Альтея гимна отхил, Альтея гимна отхил, Сержик подымай бомбочку. Теперь забафали Альтея гимна ману, Линухи ставь тотем, Камис гимна хп, Пеппер выносит метку, Холипал выносит метку, Войд прожми сакру. Сейчас будет метеор, добили большого голема. Побежали. Вот Войд. Сейчас можно капельку на БДК в свету. Войд, давай каплю на акву. Линухи опять метка, опять хил выносит метку. Играйте все в трэш. Линуха вахилим. Через взрыв бейте. Бомбочка подымай. Не подымай, никого заходим в лужу. Иглы. Плохо убивают. Если что, дальних мобов. Как это сказать правильно? Не напуливают они их и убивают. Рога это типа мили на пул. Там охотник должен следить за этим, а охотник на шадаке не следит. Не знаю, у меня короче символ на роге стоит на 10 секунд хитрости. Получается, когда весь трэш прибежал, еще веера 3 даю. Ну, 5-6 вееров, короче, дается. Неважно, да бывает так иногда, что лужа разливается в бок, короче. Ну, если в бок подбегаешь к портопалу и напуливаешь трэш чисто и все. Вар, как ты кидаешь... Ой, Вар. Хант, Арт Вейдер. Ты напуливаешь там, когда трэш идет, верно? Только как ты лужу кидаешь? Куда именно? Под боссом или возле лужи? Откуда трэш идет? Вейдер. Видишь, они напуливал. Да, надо давать напало, да, верно. А ты знаешь, как это напуливать? Всем привет, ребят. Привет. Мой дискорд. Скажите, помогу. Сейчас могу. Подожди, не, у нас РС и Хант не может напулить. Не под босса, а... Короче, ты должен наверняка знать, куда пойдет трэш, откуда точнее будет идти трэш. А трэш выходит из лужи. Смотришь на эти лужи, и перед этими лужами кидаешь свою лужу и напуливаешь напало. Чтобы эта лужа задела как можно большее количество мобов, и они пошли на протоп. Короче, если что, говорить могу хантом зайти. Так, все зашли за линию, все готовы. Митриус, иди, начинай. Ты
меня называл. Лапы нет. Ну, теперь есть. Или спеллинг первую фазу. Дарт Вейдер, метку. Через хвост разрешайся. Бежали метеор. Вы тоже слышали это? Во-во-во-во. Да шлет квадрат. Больно. Сейчас умру. Всем пока. Нас метка. Ты вот можешь в квадрате подойти с трэшем, мы заклеиваем. Так, отошли от босса, встали в квадрат. Милик стоит вар. Возвращайся через хвост. Бежали. Тор. Смотрим лужи. Ясь, метка. Ого, я один вихрь дал, но мимо переагрелся. Пост сыграем. Так, сразу заходи, Дмитриус. Рядом за ним рейд. Четвертая пати, бейте големов. Да нихуево, только зашли сразу 5 раз кого. Ну что я и кто-то еще стакает. Виталий. Виталик стакает, да. Все стакают. Парень, метка. А, ну да, три чела стакает, да. Нормально чел. Скажи. Так, я скажу. Выноси метку, заходим во тьму и заливаем негативки все друиды. Дайте по шаманам касочку быстренько. Паре метка. Только не умри. Напись, метка. Так, скоро будет переход. Ну, лезвие, потом фаза. С меткой. Носок, метка. Все, выходим в свет. Я дам Геру. Гера много маны занимает. Давай рост. Сержик назад метку. Так, метеор, на секунду отошли от фрейма босса, сейчас побежим. Побежали, метеор. Негативка, давай рост во тьме. МДД, переключаемся в большого голема. Миленький мелкий трэш. Пошли от лужи, лужа в рейд. Хлотовый на семетку, но пула мало будет. Все, сыграли все в трэш. Просвещенная метка. Рефальная метка. Сова, ты играй в это, в босса, мы добьем трэш. Стали в квадратик, сейчас будет метеор. Бежали метеор. Смотрим лужи, РТД переключается в большого голема. Сейчас под босса можешь лужу разливать. Клотова на семетку, опять на пола мало. Диспельти, клота. Так, трэш сыграли.
у меня точечный таун забери. Так. Акма падает. Все падаем опять. Как Акма умер? На хилу уже ж не было. Нет. Вы что, не хилите ее? Что там по деталям смерти под ДК? Там что-то 0.6-0.7 он ударил. Два удара? Там совместно с големом получается. За 2 секунды Халеон атаку нанес. Потом через 1/10 4 косаря голем. Потом через секунду и 2 14 тысяч опять голем. И потом босс. За 2 секунды убило. 2 атаки голема, 2 босса. Короче, не повезло, но Линухи, ты, если спаса била нет у Войда, ты лучше следи за БДК. Не волнуй хиль, если не хилишь. Топ ты на кого кидаешь, на БДК или на протопала? Да, щит земли. Сейчас два раза рога выносил метку. Виталик и наш. Дайте мамонт. Виталик готов? Прото, дайте повара. Войд, раздавай прото. Каменс, негативка. Каменс написал, что сейчас подойдет. Да, ждем тогда. Подекапал. Так, Каменс готов, охотник готов, просвещенный. Осмелился призвать меня. Посвященный. Где? Раз, два, три. Просвещенный. Просвещенный. У него святая вода закончилась. Только что здесь. Просвещенный, мы не можем без тебя. Иди к нам. Могу заменить. Ну, какой-то трай был, второй уже. Не первый. А не второй, второй. Он вылетел. Дождем. Время 3 часа, родные. Глянь мой ЕП, пожалуйста, хардкор пока. Я не помню реально, с кого он на это получал, не получал. На Инраша не получал. Да, причем ты Инраш, Инраш, я вообще не играю почти.
Хардкора на Диснода получал. РС-25 гер? Да. А, окей. Там я зайду. Да, у меня 12 часов. Пускай кем-то заходит в смарт-кит. Кем? Том? Варом. Тома во тьме будет... Антон? Во тьме будет Эльфари. Ну да, неплохо. Тут смарт-кит. Я, наверное, посвящен в этот... Дланник кинул. Я могу и ретриком зайти, не проблем. Давай ретриком. Ретриков так дохуя. Так кем? Ретриком. Так долго не кинет. Ты мне не веришь? Верю. Смотри, я больше верю. Полипало всегда надо кидать СС. Не знаю, я вчера хилил, и ну, то ли на пул хороший был, прям охуенный. Ну, один раз на мобы ударили, там пол хп снесли и все. Все, давайте бафы попало. Что я бафаю? Флэш первую длань. Не знаю, что ты бафаешь. Толгалы ты чё бафал? Каску? Бафы кулак тогда. Кулаки уже разбафаны. Янту дайте. Интеллект. Интеллект по себе МП5. Потик. Рук. Длани я первый кидаю, да? Да. Хорошо. Ботик. Все, можете начинать. На Митриус. Сорян, это, наверное, я далеко отошел. На себя теперь подтяни немножко. Упадет, упадет. Метка. Близко очень метеор. Наверное, Сакур придется. Подождите, а этот ушел же, он давал длань. Давайте кто-нибудь другой выдавать. Я резиденцию сад первый выдавать, вторую там кто-нибудь. А ты как, ты вторую давал? Я вторую давал. Давай ты вторую, смарт-кью первую. Я, ну, я так и говорил, значит. Это фрейма босса Мелики. Пэльси сам себя. Тёр там походу на резиденты. Че у квадрата? Мелкий трэш пошел на пэта походу. Забери мелкий трэш. Звезда, забери. Ну он на пэта. Играем 5 секунд переходки. Дал, заходи. Пати остались. Рейд заходит. Если посмеете. Ого, я зацел уже 5 отголов. Да, метка. Метку. Бегай быстрее, лезвие сейчас будет. Не дает он длань, короче, ваш паладин. Ты не туда смотришь. Он, ну, походу давал, потому что человек уже не... Да.
Заходите. Сейчас будет метка связи. ВР у всех без КДВ. Да. Метка. Да, фу-фу-фу, блин. Пусть без КД и остаются. Да нет, так не все. Бля, спать надо. 3 часа. Паладин, поставь брони. Все инеры негативки, пожалуйста. Забыл про инеры сказать. Негативка, выноси метку. Один паладин, поставьте ауру брони. Да ставь ауру коня, короче. Пацаны. Сейчас будет. Ждем метку, не выходим. Не выходим, пока ждем метку. Котик, метка. Будем светить. Можно дать рост. СС на холипал. Держит метка. СС-ки. Талик диспелит. Так, метеор в свету побежали. Негативка во тьме. Умер, короче. Успел. Сава. Встанешь? Бомбочка, метка. Держите, когда во тьму зайти. Играйте в трэш большого голема. Инраш, ты здесь? Я здесь, но меня ничего не подумали. Сейчас перебежим. Ну, заходи. Все дома, escape нажали все. Ну, диспей себя, точку прожми. Бежали, метеор. Поднимай слева инраша. Бежали от лужи. Вейдер, метка. Ну? Альтея, бля, короче, падаем, заходим в лужу. Чего ты не диспелишь людей и не выбегаешь с меткой? Ладно, с этого ТРГП будет. Это вторая за сегодня? Да. Кто третью фазу диспелит? Виталик или хилы? Виталик. Сержик, ты можешь подиспелить третью фазу? Бенадону нету. Ты хилботом диспели, все. Адонова нет, ты кажешь, ты ботан. А у тебя второй сбег не эрдру, разве? Как нет, Адон. Это типа. Второй сбег. Можно по фраевам диспели, если кто не знал. Ну я это говорю, тут все. Средние игроки, так что сори, братва. Не говорил еще об этом. Бег. Сейчас готовка диспелить надо. Камень, Виталик, ты тут? Можешь диспелить? Как скидайте повару. И попало. Да ты даешь. Я кулаки даю. Каску кул. Дай каску. Я не слышу. Не слышно.
Короче, ты прерываешься. Ладно, давайте чекнем. После этого трая разберемся с глафом. Негативка готов. Все, гуляй. Гуляй босс, Дмитриус. Резидентус. Шлет фрейма босса сейчас. Раша, тошни. Метеор, побежали. Смотрим лужи. Лужа в рейд идет. В рейд кто уходит лужа, да? Шлет фрейма босса, сейчас метеор. Драш метка. Риск босс, возвращайся. Испел его. Бежали метеор. Мог бы завары и успеть. Бежали от лужи. Гро! Бать, агрона паладине, охуеть просто. Дмитриос. Прикольно. Поздно не спорят. А может он завис, он стоит на месте. Давай посмотрим. Короче, наверное, его выкинуло. Потому что на месте стоит. Последний трай вообще не изучи. За что тебе это еще ИП? За шутки, наверное. Ссылка идти. А где эти столик занимался любви? Точнее, свою хаску надо. Спасибо. Кто осмелился призвать меня? Так, резидент, сиди пока. Замены тебя нету просто. А я, демоны пока есть. Ладно, подождем 5 минут, если он не зайдет, то разойдемся. Завтра будем вместе. Окей. Если пока не зайдет. Давай я Мишка этому потанчу, а кто-то по протопали, то он смотрит какой тот же. Не, это уже это херня. Да не, меня заебись, игру. Не в этом дело. В чем? А, ты имеешь в виду место протопала с этим Мишкой? Да блять, ну у нас БДК же нету. Мишка заебись затанчит Тиму. Когда я остаюсь. Да, мобов мы сами потанчим, да? А смарт-клуб протопалом? Ну, я хуй знает, как я танчу, и вы ничего не говорите, я просто, блядь, успеваю 2-3 кнопки нажать и все, что-то, блядь, хуй знает, все это на полу зависит. Не знаю, смарт-клуб, наверное, лучше меня танчит. Но Мишка во тьме вообще заебись будет. Это нахила не нахуй делать.
Тогда нужен ФДК туда. Ну это если, блять, ну так в принципе у кого там, у Каменца есть БДК. Может, я думаю, большинство людей завтра будет еще играть после целка там, например. На часик можно зайти добить. Я думаю, состав будет совсем другой. Это не важно. Ну, если пятую не надо, то можно и так. Пятую не надо. Можно сейчас нормально зайти и добить. Или обосраться и не добить. Ну да. Но Виталий, допустим, завтра по-любому не будет. Так что его когда не жалко. Тот же Дэйв пускай на приста заходит, а Виталий на БДК его надо бить. Лока где ты возьмешь? Лок ушел. Думаю, это где-то я. А Клота пошла спать? Нет, это не знаю. Берите кота, я могу потанчить. Ну чё, деньги никого нету? 30 евро в руках. Я подумаю. Что, еще трое? Да, сейчас подумаю. 5. 2. И ладно, да. Ну, подожди. Скури назови. Сейчас, если у него код эрдро есть, то можно так сделать. Ну, наверное, сова. Только сова. Ох. Там, по-моему, ФДК и про этот протопал есть. Ну да, кстати. Он его удалил. Да, там смс-ка на телефон пришла, ответь. А, фигня какая-то. Samsung, да?